Что за... Что на этот раз? Это вредоносная программа? Все, проще прост... Ну, конечно. А, здорово, мелкий. Я хотел бы узнать, можно взять немного кетчупа? Мелкий? Ладно. Где я? Даров, мелкий. Ты был хорошим человеком, да? Кто ты? И я Санс. Ты не похож на него. Фактически, ты странный. Как грубо. И как ты догадался? Это очевидно. Все вы грязные хакеры одинаковые. Вы взаимодействуете с вещами, с которыми не стоит взаимодействовать. Все такие грязные игроки должны гореть в аду. А, так это все и объясняет. Значит, ты один из этих людей, да? Послушай, чувак, я не один из них. Твое видение — ложь. Мы только познакомились, а ты уже выводишь меня из себя. Я предупреждаю тебя, держись подальше. Ты должен знать свое место, грязный хакер. Тебе не кажется ситуация приторновкусной, детка? Хм, убедительный каламбур, который доказывает, что ты вовсе не Санс. Санс в моем таймлайне сказал бы типа «треск костей». Ты не один такой единственный! А! Хм. Мне нужно быстро что-то придумать.
для вас, как всегда, озвучила команда HSP World Soys. Спасибо за просмотр.